В Никольском монастыре села Венев монастырь освящены колокола для Никола Успенского храма. Чин освящения совершил игумен Агафангел Болдин. Свидетелями исторического события стали наши коллеги из Успенского мужского монастыря Новомосковска. Богородице, Дева, радуйся. Монастыри, как и люди, имеют свою судьбу, свои взлеты и падения, свои печали и радости. Основанный по образу Киево-Печерской лавры, Никольский Венев монастырь за многовековую историю пережил немало. В наши дни обитель мал-помалу восстанавливается, обретая былой вид, и очередной вехой на этом пути стало освящение колоколов для Никола Успенского храма обители. Как говорит псалмопевец, царь-пророк Давид, благовестите день о дне спасения Бога нашего. Что это говорит, о чем? Говорит о том, что мы должны благодарить и благовестить славу Божию каждый день. Колокола в храме призваны для того, чтобы своим благовестием созывать народ для молитвы, для соборной молитвы, для общей молитвы. И для нашего периферийного, так сказать, монастыря это очень большое событие, осуществление вот такого вот замысла, полной звонницы, полный набор колоколов. Великое счастье большое. Устроено это с помощью боголюбивых наших прихожан. Их несколько. Может быть, побольше потом будет каким-то образом. Вот. И большая, великая радость, то, что это действительно совершилось в какой-то момент. Это казалось, что это не получится, но теперь это все получилось и осуществилось. Сегодня мы их осветим. В дальнейшем они будут подняты на колокольню и будут своим благовестием призывать народ для общей молитвы. Колокол – это символ души христианской. Господь призывает нас через этот звон мелодичный, благоуветливый, призывающий нас, наши сердца, стать таким же инструментом, воспевающим славу Божию. Поэтому я приглашаю сейчас всех нас помолиться, вновь прослушать, прочувствовать красоту Божьего мира, объединиться в молитве и представить то, что этот колокольный звон всегда бы усмирял наши страсти греховные, всегда бы пробуждал наши души, спящие, на молитву и служение Богу. Помолимся, братья и сестры. Благочинный монастырь Тульской епархии игумен Агафангел совершил чин освящения святых компанов, которые вскоре с монастырской колокольни станут напоминать людям о небе, призывая их на молитву в храм, являющийся путеводной звездой для каждого сердца, ищущего дорогу к Господу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается компания, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется окропление воды сия знаю, насколько важно матушке эти новые колокола, они чудеснейшие. И, конечно, их звон очень необыкновенный. И хочу всех поздравить с этим праздником. И то, что в этом святом месте появились такие необыкновенные колокола. Я очень рада. Люди посещают монастыри по разным причинам. Кто-то приходит полюбоваться архитектурой, а иные, чтобы за богослужением прикоснуться к святыням и попросить Господа о заступничестве. Как бы там ни было, каждый обретает искомое. А вместе с этим мир, покой и красоту колокольного благовеста, призывающего задуматься о вечном.